Представление на нардепа Евгения Бакулина должны рассматривать в сессионном зале парламента. Так решил регламентный комитет Верховной Рады, который удовлетворил ходатайство ГПУ. Генпрокуратура просит дать разрешение на привлечение нардепа к ответственности, его задержание и арест. Пан Бакулин находится на лікуванні. Ми цю позицію показали, показав відповідні медичні документи. Ми не проти того, щоб він відповідав, як будь-яка людина. Але ми категорично проти відбірково, коли, ви знаєте, що сталося, коли не з нашої фракції вносять кандидатури на арешт і зал не підтримує, а як тільки з'являється кандидатура від нашої фракції, без прив'язки до прізвищ, то весь зал голосує. Це вибіркове відношення, ми категорично проти цього. Продолжением репрессий против оппозиции назвали решение регламентного комитета парламента в ОПА-блоке. Там считают, что дело против Бакулина не имеет оснований. Таким образом, власть пытается отвлечь украинцев от неудачных реформ, проблем в экономике и коррупции. Так говорится в заявлении партии. В ОПА-блоке убеждены, что дело против Бакулина развалится так же, как и многие другие.